Прекрасно. Закон об омбудсмене, который должен защищать права собственников, владельцев транспортных средств и водителей, я считаю достаточно хорошо подготовленным и проработанным. Я надеюсь, что президент подпишет этот закон, и он будет принят в том виде, в котором я его прочел. Действительно, сейчас существуют многие аспекты, которые связаны с правами автовладельцев, водителей транспортных средств, участников дорожного движения, которые необходимы в централизованной защите. Потому что в настоящий момент многие, в общем-то, пожелания автовладельцев, участников дорожного движения, водителей практически не защищены и отданы на откуп различным должностным лицам и другим лицам, которые влияют на то или иное разрешение каких-то проблем. В настоящий момент, могу сказать, не существует, например, общественного совета при Московской административной дорожной инспекции, при департаменте транспорта. В то же время эти структуры, точно так же, как и в других субъектах федерации, принимают самостоятельные решения, и люди практически бессильно повлиять на какую бы то ни было оценку тех или иных фактов. Таким образом, я считаю, что омбудсмен сможет в пределах тех полномочий, которые описаны в этом законе, защитить права граждан перед президентом. Соответственно, должно это влиять и на правоприменительную деятельность, и, видимо, на законотворческую деятельность. Если коротко, то приблизительно так.